Предлагается утвердить перечень объектов жилищного строительства для участия в городских программах. Это программа доступного жилья и программа молодежного жилищного кредитования. Поскольку строительство домов завершается, предлагается включить два новых дома. Это дом по проспекту Московскому и по улице Архитекторов. Это план этого года или уже на следующий? Ну, вводиться они будут в следующем году, но степень готовности позволяет их включить в программу для того, чтобы могли реализовать. Какие будут предложения? Поддержим решение? С учетом заявления Александра Павловича. Спасибо, решение принято.